Самый вкусный чак-чак. Ни один праздник не проходит без этого вкусного лакомства. Сегодня я вам покажу, как я его готовлю. Для теста берем 5 штук яиц, добавляем соль, гасим соду кипятком, добавляем к яйцам. Хорошо перемешиваем, добавляем муку, замешиваем тесто средней мягкости. Готовое тесто убираем в пакет на 20 минут. За эти 20 минут разомните тесто несколько раз. Смотрите, тесто хорошо отдохнуло. Делим на 2 части и начинаем раскатывать. Чтобы быстро раскатать, я раскатываю 2 теста одновременно. Раскатываем тесто вот такой толщины, собираем тесто в каталку и разрезаем. Начинаем резать тесто, как на лапшу. Не стоит резать слишком тонко. Некоторые нарезают кубиками, но мне именно такой вариант нравится. На раскаленном масле начинаем обжаривать нашу лапшу. Нужно обжаривать небольшими порциями, так как они в размере увеличиваются. Обжариваем до золотистого цвета. Откидываем нашу лапшу на салфетки. Салфетки впитают все в масло в себя. Для сиропа смешиваем мед с сахаром. Хорошо перемешиваем, ставим на средний огонь. Не переставая помешиваем, пока мед с сахаром не растопится. Как только масса начинает пениться, проверяем на готовность. Капните пару капель в холодную воду. Если затвердеет, значит сироп готов. Заливаю лапшу горячим сиропом. Начинаем перемешивать лопатой, так как сироп очень горячий. Перед тем, как формировать чак-чак, смачиваем руки водой. Я формирую чак-чак прямо в тарелке. Чак-чак готов. Из этого количества у меня вышло 6 тарелок. Смотрите, какой разрез. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита!